Здравствуйте, друзья! Сегодня в эфире новый эпизод моего подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Агрессия путинского режима в Украину требует переосмысления всей глобальной ситуации. Центральную роль в этом процессе играют независимые СМИ, противостоящие кремлевской пропаганде. Сегодня мы беседуем с главой бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Киеве, широко известным в Америке журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Эндрю Крамером, живущим и работающим сейчас в Киеве. Америка собирается с духом перед днем выборов в Конгресс и Сенат 8 ноября. Как всегда, первый вторник после первого понедельника ноября. И, как всегда, это экзамен для правящей партии, который она обычно проваливает. Это, конечно, не закон природы, но сходство есть. Тут сказывается чуть ли не инстинктивное стремление американцев к балансу, к равновесию в распределении власти. Если в Белом доме демократ, то у республиканцев больше шансов победить на промежуточных выборах. Тем более сейчас, когда страну бесит упорная инфляция. Чтобы сделать ее наглядной, журналисты перевели статистику на повседневный язык. Рост цен отнимает у каждого американца одну месячную зарплату. Уже это понятно каждому. И кто-то должен за это отвечать, начиная с президента. Вряд ли в инфляции виноват Байден. Это всемирное явление, вызванное последствиями пандемии. Но так или иначе, власть обязана держать ответ за свою внутреннюю политику. А именно она определяет интересы избирателей на таких выборах. Экономика, преступность, аборты и опять экономика. Даже война в Украине рассматривается и в экономическом контексте. Когда некоторые республиканские политики требуют пересмотреть помощь Украине, то речь идет о фискальной дисциплине, большей подотчетности и прочих экономических, а не принципиальных проблемах. Каждая партия предлагает свои решения, но для очень многих выбор между ними чрезвычайно труден. Таких можно назвать политическими бездомными. Я и сам такой. Мне, скажем, близки ценности классических консерваторов, которые предпочитают рыночные решения государственным. Но чужды стремления нынешней республиканской партии судить выше сапога и вмешиваться в личную жизнь, запрещая аборты и однополые браки, до которым политикам, по-моему, дела вовсе нет. Ну и, конечно, камень преткновения – казус Трампа. Его имени нет в избирательных бюллетенях, но очень многие кандидаты-республиканцы по-прежнему исповедуют большую ложь бывшего президента об украденных выборах. И тут возникает проблема, волнующая мир больше всего. Это потенциальное возвращение Трампа в Белый дом, которое способно перевернуть доску и изменить расклад сил в войне. Путин, пишет «Нью-Йорк Таймс», готов затянуть войну в надежде на приход Трампа в Белый дом. Только вряд ли из этого что-то получится. Нынешняя поддержка Украины беспартийна в своем постоянстве. 3/4 американцев одобряют ту огромную и дорогостоящую помощь, которую страна оказывает Украине, защищающейся от агрессии путинского режима. И дело тут не в политике, а в истории, в коллективной памяти. Америка помнит, как дорого ей стоил соблазн изоляционизма, попытка отсидеться за океаном в начале Второй мировой войны. Поэтому на историческом календаре Америки сейчас 1940 год. Путин зверски бомбит Украину, как тогда Гитлер бомбил Лондон. И Америка вновь стала, по слову Рузвельта, мотором демократии. Бесперебойность его работы обусловлена не партийной борьбой на предстоящих выборах, а решающим фактором в жизни всякой демократической страны – общественным мнением. А оно, в свою очередь, определяется чуть ли не самым главным оружием в этой войне – информацией, честной, объективной, своевременной и бесконечно важной. Вот об этом сегодня у нас и пойдет речь. Мне повезло. Я немного знаю нашего сегодняшнего собеседника лично и очень хорошо по его репортажам, с которых я почти каждый день начинаю чтение свежего выпуска «Нью-Йорк Таймс». Особенно теперь, когда этим летом Крамер возглавил украинское бюро газеты в Киеве. Эндрю Крамер принадлежит к передовому отряду американских журналистов, которые с особым чутьем к новостям неизменно появляются в самых трудных местах, пишут о животрепещущем и, предлагая читателям точную, проверенную и необходимую информацию, сами остаются, так сказать, за кадром.
Но я научился без подписи сразу узнавать его тексты благодаря не столько оточенному десятилетиями стилю, сколько скупым, но болезненно точно, словно пинцетом, выбранным деталям. Они остаются с нами еще долго после того, как мы прочли репортаж, ибо создают эмоциональный контакт с происшедшим и описанным. Это тщательно замаскированное газетное искусство напоминает мне лучшие образцы жанра – репортажа Хемингуэя. Вот, например, как заканчивается подробный взвешенный отчет Эндрю Крамера о зверствах российской армии в захваченном ею и освобожденном украинскими войсками городе Изюм. «Украинские полицейские, — пишет Крамер, — вытащили из ямы труп и расстегнули молнию зимней куртки, пытаясь найти что-нибудь для опознания жертвы. В карманах были глазные капли, скомканная бумажка и одна сигарета». Мы связались с Эндрю Крамером, чтобы побеседовать о его работе на войне в Украине. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о себе. Как вы попали в Украину? Как вы ее выбрали в качестве объекта своих профессиональных интересов? Что вас заинтересовало в украинских нравах, людях, культуре? Я освещал Украину интенсивно уже начиная с 2013 года, когда начал Майдан. И периодично прилетел в Киев и брал репортаж во время Майдана. И потом постоянно проводил минимум пару месяцев в Украине каждый год. Мне очень интересно было сам Майдан, как политические явления и в дух людей, которые участвовали в протест, мне казалось очень интересно. Были периоды в нашем репортаже, в 2014 году, в 2015 году, мы преимущественно освещали войну на Востоке. И потом Украина стала субъектом политики американской. Когда начал скандал Трамп России, была информация, связанная с этим в Киеве. И я работал, исследовал именно этот предмет в Украине в 2016 году, в 2017 году. И потом первый импичмент Трампа, тоже связанный, естественно, с Украиной. И то, что происходило в Украине, и тоже связи между Украиной и политикой в Америке. Как раз за эти материалы в «Нью-Йорк Таймс» вы получили высшую награду в американской журналистике – Пулитцеровскую премию. Эндрю, вы хорошо знаете и Украину, и Россию. Сейчас это очень актуальный вопрос. Некогда оба народа жили в одном Советском Союзе. Что изменилось в Украине такого, чего не произошло в России? Ведь когда мы видим сейчас антивоенные протесты в России, их нельзя сравнить с революцией достоинства, с массовыми выступлениями во время двух Майданов. Чем же отличаются эти два народа? Думаю, что это громко сказано, может быть, что это одно народа. Советский Союз в 20 веке, в истории Украины, были сопротивленческие движения и в 20-е годы, и в 30-е годы. И во время войны, и после войны, последнее сопротивление на Западной Украине ячейка задержали в 1962 году, если не ошибаюсь. Потом в 80-е годы еще начали националистические движения для независимости Украины. Постсоветское время очень развитый в Украине, особенно вот начиная с Оранжевой революции, именно гражданское общество, как называется, вот разные волонтерские организации. И очень горизонтально организовано общество в Украине. Это люди не ждут, чтобы государство все вопросы решило для них. И это большое отличие от России. И я думаю, что существенно в контексте, как они выбрали свой собственный путь за последние 30 лет. Это напоминает мне историю с Польшей. Когда разбирались, почему именно в Польше возникла солидарность, выяснилось, что каждый четвертый поляк участвовал в какой-нибудь общественной организации. Это могло быть разведение аквариумных рыбок или выращивание кактусов, или общество любителей кошек или марок. Важно, что они так или иначе участвовали в негосударственных организациях, и именно это способствовало объединению общества в борьбе с коммунистическим государством. Скажите, а что именно вы делаете сейчас на войне?
Как и что определяет ваши передвижения, за которыми я слежу по первой странице «Нью-Йорк Таймс»? Ведь я каждый раз открываю газету и ищу в первую очередь ваш репортаж. Как вы определяете, что самое важное на войне сегодня? Спасибо большое. Мы, естественно, освещаем самые важные новости, военные новости. И это чаще всего не секрет. Например, летом интенсивные бои были на Донбассе. И я там был, и другие репортеры, и фотограф из нашей газеты постоянно находились в Дружкивке, в Краматорске, и мы освещали события в городах Донбасса, Славянске, Бахмуте, Лисичанске, Северодонецке. И несложно понять, что там история. Но мы не пишем только о военном действии. Есть корреспондент в Львове. Допустим, у нас была статья о том, что очень много украинцев начали покупать дрова, что Россия отключает газ зимой. Еще у нас потрясающая статья была недавно о нехватке стекла в Украине. Миллионы разбитые окна, и очень тяжело будет пережить зима без стекла. Я читал и прекрасно помню. Как раз эти детали и создают ощущение присутствия. Кажется, что ты сам находишься в этих краях. Скажите, Андрю, а в чем вы, исходя из своего уже обширного опыта, видите разницу между украинской и российской армиями? Есть отличие, конечно, в тактике. Если то, что говорят украинцы, у них более мотивированные солдаты и более ясная цель – освобождение территории. Я думаю, что война в Украине показала, насколько важны вот эти элементы. Мы не очень часто говорим о морали и о духе. Сейчас скорее люди думают о технологии и какие-то другие решающие элементы. Но я думаю, что после войны в Украине будет новый фокус на этом элементе. Украинские армии, они организованы на маленькие подразделения. Они действуют самостоятельно на уровне бригады и даже рота. И это отличается от русской армии, которые скорее были вертикально организованы. В сегодняшней армии Украины есть корни в добровольческие батальоны, созданные на Востоке после 2014 года, в частности. И это тоже горизонтальные организации. Это самостоятельные подразделения, способные действовать на маленькие группы. В битве за Киев это очень решающе было, потому что они вышли из города и в этой маленькой группе и воевали, устроили осады и воевали на северной части Киевский район. И тоже в контрнаступлении в Харькове, это пока люди не изучали полностью, что случилось, но предварительно они тоже действовали маленькими группами. Не была одна большая колонна, которая ехала и напала на фронт. Это было много маленьких групп. И это часть стратегии, так называемой «смерть от тысячи маленьких разрезов». Как относится к вам, американскому журналисту, на поле боя? В последнее время очень резко сократили доступ к фронту. Может быть, соображение, что нужно сохранить тайны военных действий. В целом, хорошо относятся к репортерам, которые освещают войну и рассказывают людям за границей, что происходит. Многие сегодня говорят об усталости от войны. Некоторые жалуются на то, что европейские газеты забывают о войне. Но я, читая каждый божий день «Нью-Йорк Таймс», вижу, что война с первой полосы не сходит. Как вы считаете, что может поддержать внимание американцев? И что необходимо сделать для того, чтобы американцы по-прежнему поддерживали Украину? Это действительно проблема, когда мало происходит. Например, летом фронт остался на одном месте, не было движения. И казалось, что новостей мало было. Я думаю, что людям интересно, потому что поддержка на Украину высокая в Европе и в Америке. И люди хотят знать, что происходит на поле боя. Это очень важно для политики безопасности в Европе в будущем и для тех, кто обеспокоен именно вот моральные аспекты войны, проблемы с правом человека, международное право, которое нарушили. И тоже с точки зрения экономики Европы, что будет с энергоносителями зимой.
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям иммигрантов первой волны, о революции, Первой мировой и гражданской войнах. Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу». Слушайте нас 6 ноября на всех доступных подкаст-платформах. Слушайте новый эпизод подкаста Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседуем с главой бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Киеве, широко известным в Америке журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Эндрю Крамером, живущим и работающим сейчас в Украине. Я хотел бы, Эндрю, поговорить с вами на одну чисто журналистскую тему. В чем особенность этой войны с медийной точки зрения? Когда-то гражданская война в США была первой войной, которую сфотографировали. Потом была Вьетнамская война, первая, которую мы видели на телевизионных экранах. Украинская война – это первая война, во всяком случае, первая большая война, которая мгновенно отражается в соцсетях, мгновенно обсуждается в интернете. Что это значит для течения войны и что это значит для тех, кто следит за этим? Это очень интересный вопрос. Действительно, информация появляется молниеносно на Твиттере и других соцсетях. Это важно для ускорить процесс именно вот связь между политикой и военными действиями. Например, когда отступили войск из Харькова, может быть, старое время, это новости в течение пары дней или недели или больше, потихонечку люди бы узнали о происходящем. А сегодня уже люди узнали в течение дня, и это, скорее всего, действует на дух вот другие солдаты, которые узнают в других частях военного театра. То есть интернет работает на пользу Украины? Я думаю, что и то, и другой стороне используют пропаганда, информация, и Россия, как мы знаем, очень развитые тактики, стратегии использования в соцсетях для распространения информации. Но я думаю, что большинство наблюдателей считают, что именно информационный компонент выиграет Украина. Образ, который создал Зеленский в его зеленой майке, и как он выступает на телевизоре каждый день и перед парламентом, и тоже на соцсетях, я думаю, что преимущественно именно украинская информация распространяется. Но я нахожусь сейчас в Украине, поэтому мне трудно судить, как это смотрит внутри России. Может быть, в России есть другое представление. Люди смотрят государственные каналы, есть ограничения на то, что можно получить в интернет. Может, они считают, что именно вот информация, что они работают на информационном поле внутри России. Давайте поговорим об этом. Я задолго до войны читал ваши репортажи из самых разных уголков России. Иногда я на карте не могу найти то место, где вы находитесь, откуда вы писали. Вы прекрасно ориентируетесь в ситуации. Насколько, на ваш взгляд, оправданы данные опросов, где 75% россиян за войну? Есть такая цифра, и никто не знает, верите или нет. Как вы считаете? Это сложный вопрос. Я попробую не говорить о вещах, о которых я не знаю. И я не брал репортаж внутри в России во время войны. Я все время был в Украине. Но в последние годы начали сомневаться в соцопросах, потому что это не телефонные разговоры, и люди не всегда верят, что они могут истинные мнения, верные мнения рассказать чужой человек по телефону. Поэтому, может быть, есть погрешность в соцопросах. Но в большом счете, насколько я понимаю, действительно большинство или большая часть общества России поддерживает войну. А вы верите в так называемый глубинный народ, который всегда на стороне Кремля? Есть такое понятие? Я думаю, что сложно обобщать о России, как и о любом другом стране. Иногда говорят, что есть не одна Россия, а четыре. Есть большие города, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург. Есть Уралы, где страдают промышленные города. Есть этнические республики на Северном Кавказе. И есть деревни, люди, которые живут в сельскохозяйственных районах. И каждый из этих населений, они отличаются друг от друга, поэтому тяжело обобщать. В Москве за последние годы
примерно делили общество на треть. То есть треть поддержали Кремля, а треть поддержала Навальный или либеральные реформы, интеграция с Европой. И в середине плавающая часть населения, которые или нейтральны, или не очень вовлечены в политике, или мог бы и так, может быть, кто победил бы, убедил вот эту часть населения. Попробуем зайти с другой карты. Вы могли бы сравнить сторонников Путина с избирателями Трампа? Я и слышал мнение, что есть так называемые русские реднеки, то есть люди, живущие в районах, где потеряли работу или закрыли заводы, и то же самое ощущение потери достоинства, которое можно сказать, что есть у тех, кто поддерживает Трампа в Западе, в Америке. Но есть отличие. Сейчас война в Украине. В войне мы видим очень опасную и очень смертельную идеологию. Это идеология и идея о том, что стирать Украину вообще с лица земли, как культура, как государство. Это было сказано в докладе Путина год назад, который он опубликовал. Он утверждал, что Украина и Россия одна страна, одна народа, то есть он отрицал существование Украины. Поэтому я бы не сравнивал тех, кто поддерживает Трамп, именно вот с людьми, которые поддерживают такую очень опасную идеологию, и идеология связана уже с, я думаю, что десятки тысяч смертей в Украине. Что бы было с поддержкой Америки Украины, если бы президентом сегодня был не Байден, а Трамп? Ведь это был вполне возможный сценарий. Это тоже хороший вопрос, но очень сложно гипотетически обсуждать, потому что сейчас у нас Байден, а не Трамп. Но были переживания в Украине в 2019 году, когда Трамп остановил передачу оружия в Украину, когда он просил политической помощи. И он хотел, чтобы Зеленский исследовал сына Байдена. И в это время он остановил передачу военной помощи Украине. И это для украинцев очень страшный сигнал о том, что он готов был именно так легкомысленно относиться к безопасности. И было переживание, что если Трамп остался, что в случае войны Америка не будет поддерживать Украину, что они будут. Это увеличило риск в национальной безопасности Украины. И я так слышал мнение, что связано с этим, команда Зеленского, они были готовы к переговорам с Россией. Они очень старались найти компромисс, и, конечно, были красные линии, они не готовы были перешагнуть какие-то красные линии, но очень старались урегулировать войну на Востоке. Именно с соображением, что главный союзник Украины показал колебания в отношении при Трампа. Сейчас в Америке будут выборы. Что произойдет с помощью Украины, если большинство будет у республиканцев? В Киев приезжают конгрессмены, сенаторы, и они очень часто приезжают в так называемые партийные поездки. Вот есть республиканец, есть демократ. Сауна, когда избранные чиновники Америки путешествуют за границу, они говорят, что политики останавливаются на берегу океана, что когда они за границей, они должны выразить единое мнение. Это видно не только в Киеве, но еще, я думаю, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины. Большие перемены, может быть, не стоит ждать. Я не освещаю политики в Америке, поэтому я не эксперт, но есть крыла республиканской партии, связанные с Трампом, и за последние пару лет они хотели создать лучшие отношения с Россией. Они скептично относились к безопасности Украины. Они не уверены были в необходимости поддержки Украины до войны, и, конечно, есть опасность, может быть, так и будет, если они победят. Да. В Америке было могучее антивоенное движение во времена Вьетнамской войны. Какие уроки из него можно вынести для противников войны с Украиной в России? Есть отличия. В Америке в течение 10 лет было написано в Конституции право собрания, вот это называется право собрания, то есть люди имеют право всегда собраться, если они хотят. И это отсутствует сейчас в России. Но еще момент, можно сказать, что это урок в том, что хотя человек просто выходит на улицу, это может иметь значение, то есть может изменить ход события. И люди должны верить в том, что это важно, и если у них есть мнение и взгляд, они должны показать этот и помочь собственному обществу стать лучшим. А теперь личный вопрос. Как вам удается сохранить эмоциональную стабильность, описывая военные зверства российской армии? Я читал ваши репортажи из самых страшных мест. Как вы справляетесь эмоционально с этим стрессом?
Это для меня работа, как, может быть, врач видит тоже вещи, которые страшно, или пожарный будет видеть страшные сцены. И я пробую подходить к этому с профессиональной точки зрения, но это и есть сложно и страшно. Нельзя отрицать это. Сцены, которые мы видели в Буче, очень страшные, и никто не должен видеть такие вещи, конечно. Мой последний вопрос. Когда или если вы напишете книгу об этой войне, каким эпизодом вы ее откроете? Спасибо. Пока это не факт, что буду писать книгу. Я думаю, что война еще идет. Мы не знаем последний абзац войны, поэтому сложно сказать, что будет самый важный момент. Но пока я думаю, что битва за Киев много решила. И для Украины, и для Европы, и для мира. В это время считалось второй по мощности в мире армии России. Напали на маленькую страну. И все ожидали, что будет распад государства в течение 3-4 дня. И армии, они сильнее намного, чем люди думали, но тоже появилась волна поддержки в обществе. Люди готовы были защищать город самим. И вышли на улицы, строили баррикады. И как никто так ожидал, что так и будет, но через месяц они победили. Я думаю, что это именно вот решающий момент был. Для Украины после этого ясно было, что страна будет еще существовать как суверенное государство, культура будет выжить. И, конечно, очень важно, чтобы был доступ к морю на юге, чтобы решили проблемы на Донбассе, то есть освободили Донбасса. Это все очень важно, но именно битва за Киев решила судьбу страны. Слушали новый эпизод подкаста «Гений. Взгляд из Нью-Йорка», посвященного различным аспектам войны путинского режима с Украиной. Мы беседовали о роли западных независимых СМИ, противостоящих кремлевской пропаганде, с главой бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Киеве, широко известным в Америке журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Эндрю Крамером. Слушайте на любой привычной для вас подкаст-платформе, а также в эфире «Свободы» по воскресеньям в 18:05 с повторами в течение следующей недели. Жду ваших писем, реплик, вопросов. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья!